Техническое описание кода неисправности OBD-2, диапазон, рабочие характеристики датчика избыточного давления. Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать, но не ограничивается, автомобилями от Dodge, Ram, VW, Audi, GMS, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Chevrolet и так далее, хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и трансмиссии, конфигурации, сохраненный код P204B означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил степень напряжения в цепи датчика давления восстановителя, которая не соответствует нормальным параметрам, этот код выставлен исключительно для автомобилей с дизельным двигателем с чистым горением, каталитическая система отвечает за снижение, в основном, всех выбросов выхлопных газов, хотя некоторые применения также оснащены ловушкой NOX, системы рециркуляции выхлопных газов, и GR, делают еще один шаг в сокращении выбросов NOX, тем не менее, сегодняшние более крупные и более мощные дизельные двигатели не могут соответствовать строгим федеральным США нормам выбросов только с помощью ИДЖАР, дизельного сажевого фильтра, каталитического нейтрализатора и ловушки НОКС, именно по этой причине были изобретены системы селективного каталитического восстановления СКВ, системы ССАР впрыскивают восстановитель или дизельную выхлопную жидкость, DF, выхлоп перед дизельным сажевым фильтром, уловителем НОКС и, или каталитическим нейтрализатором через Через клапан впрыска восстановителя соленоид, точно синхронизированный впрыск, DEF повышает температуру фильтрующего элемента и позволяет ему работать более эффективно. Это увеличивает долговечность фильтрующего элемента и позволяет выбросить меньше вредных выхлопных газов в атмосферу. Вся система ССР контролируется и контролируется либо PSM, либо автономным контроллером, который взаимодействует с ПСМ, В любом случае, контроллер контролирует датчики О2, НОКС и температуры выхлопных газов, а также другие. Входы, чтобы определить подходящее время для впрыска DF восстановителя. Точный впрыск DF необходим для поддержания температуры выхлопных газов в пределах приемлемых параметров и оптимизации фильтрации загрязняющих веществ. Насос подачи восстановителя, регенерации используется для создания давления df в системе жидкого восстановителя для использования. Когда это необходимо, PSM контролирует напряжение питающего насоса на предмет постоянных колебаний и процента нагрузки PSM также контролирует один или несколько датчиков давления в системе подачи восстановителя, чтобы определить, есть ли утечка в системе. Если PSM обнаруживает уровень напряжения в цепи датчика температуры восстановителя, который находится в недопустимых параметрах, будет сохранен код P204B и может загореться индикатор неисправности MIL. Для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания с отказом пример резервуара для восстановителя DF. Какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P204B следует считать строгим и адресованным как можно быстрее. Система ССР может быть отключена из-за этого. Повреждение катализатора может возникнуть, если условия, которые способствовали сохранению кода, не будут своевременно устранены, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P204B могут включать снижение эффективности использования топлива, чрезмерный черный дым из выхлопных газов автомобиля, снижение производительности двигателя, другие коды, связанные с СССР, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода могут быть неисправный датчик давления восстановителя, обрыв или короткое замыкание в системе датчика давления восстановителя, плохой контроллер SSR, PSM или ошибка программирования, какие шаги по устранению неполадок P204B существуют. Для диагностики кода P204B потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник диагностической информации о транспортном средстве. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, с и выставленные симптомы. Если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию, Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен, если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 1. Используйте DVOM для проверки датчика давления восстановителя в соответствии со спецификациями производителя, компоненты, которые не проходят испытания в пределах максимально допустимых параметров. Следует рассматривать как дефектные. Шаг 2. Если фактическое давление в системе восстановителя находится в пределах технических характеристик, код P204B сохраняется, а соответствующий датчик находится в рабочем состоянии. Используйте DVOM для проверки цепей входного и выходного сигналов между датчиком давления и контроллером PSM. Скратключите все контроллеры перед использованием DVOM для тестирования. Коды датчиков давления восстановителя обычно относятся к насосу системы восстановителя, который протекает изнутри. Но завершает диагностику.